Воскресенье в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 19-21 с плюсом, ночью 12-14 выше 0. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 19, ночью 13 выше 0, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, температура воздуха днем плюс 20, ночью плюс 14, юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 20, ночью плюс 14, юго-восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.